Свисток. Барселона выиграла Копа дель Рей. Барселона становится обладателем Кубка Короля. В очередной раз мы поздравляем всех болельщиков каталонского клуба. Ну и поздравляем Гвардиолу. Человека, эра которого в Барселоне. Ну, давайте так скажем. Этот отрезок работы Гвардиолы в Барселоне завершается. Хотя, что будет дальше, может быть, он еще в Барселону вернется. И, может быть, еще успешно в этом клубе поработает. А так, Гвардиола в Барселоне выиграл все, что угодно. Вот, кстати, Гвардиола и Бьелса обмениваются приветственными шлепками по животу. Была сегодня Барселона намного, намного лучше, чем Атлетик из Бильбао. В общем-то, не нужно было что-то предсказывать. Понятно, что Барселона команда более высококлассная. Однако сегодня ничего не смогли противопоставить футболисты Атлетика Барса. 4-0. Вот так вот заканчивается эта встреча. Я напоминаю, что дубль сегодня сделал Педро. Его, кстати, сегодня заменили. Ну и еще один мяч забил Лео Месси. Главная звезда Барселоны. Человек, осыпанный буквально призами. Вот Давид Вилья стоит, который, к сожалению, для себя на Евро не поедет. Он сам объявил, что не готов сейчас. Ну и где-то здесь, конечно, Карлес Пуйоль тоже должен быть. Муньяин. Победа более чем уверенная. Ну и победа, добытая совсем на классе. Вот так даже со слезами. Были болельщики, которые верили. Почему-то и Раисос очень сильно рад. Ну, ему-то особенно себя, наверное, винить не в чем. Да, не спас, но, с другой стороны, при том, как играла сегодня Барселона и насколько легко они оборону Атлетика преодолевали. Рыдают даже люди. Вот это да. Причем в окружении болельщиков Барселоны. Месси и Гвардиола. Ну, так можно сейчас там по очереди всех упоминать. Там, Гвардиола и Монтойя, Гвардиола и Тиаго Алькантара. Финальный матч Копа дель Рей. Все было, по сути, решено еще до перерыва, еще в первом тайме, ну и выносит сейчас пьедестал. На этом, в общем-то, клубные дела серьезные в Европе закончены. Теперь все, что нас интересует, это Евро, а чемпионат Европы начнется буквально уже через 2 недели. И там сборная Испании, куда входят и многие футболисты Барселоны, и футболисты Атлетика, предстоит...